Привет! Как обещал, короткое видео, как сделать чеснок конфи в домашних условиях в микроволновой печке. Очень быстро, очень просто. Первое. Тебе понадобится горшок, либо какая-нибудь керамическая посуда, но желательно, чтобы горлышко было поуже, чтобы весь аромат не выходил. Керамика хорошо держит тепло. Это самое то, что нам нужно. Чеснок. Прямо как есть в шелухе. Просто разбираем на головки и закидываем сюда. Ой, на головки, на зубчики. Плотненько. Да, вот так вот. Отлично. Специи. По желанию. Я добавляю лавровый лист, я добавляю розмарин и перец горошком. Можно добавить бадьян, можно добавить корицу, можно добавить можжевеловую ягоду. Единственное, что ты должен понимать, что весь аромат потом уйдет в масло и в чеснок. Ну, то есть необходимо будет понимать, нужен он тебе или нет. Так, ну и само собой масло. Конфи – это технология приготовления в масле. Мы будем очень долго, по идее, очень долго томить продукт в масле. Но микроволновка позволяет сделать это очень быстро. Здесь у меня оливковое масло и растительное масло. Смешиваем в пропорции 50 на 50, так, чтобы масло закрыло полностью чеснок. Задача – полностью погрузить чеснок в масло. Видно? Вот, отлично. Давайте теперь определимся с режимами на микроволновке. Начнем мы с самого мощного, да, так скажем, там 720, 720 у каждого по-разному. На этом режиме мы прогреем наше масло и чеснок где-то примерно в течение минуты. Затем переключимся на самый низкий, это около 140 ватт. В зависимости от микроволновой печи у тебя может быть либо указатель либо низкий, ну либо ватты. Поэтому ты можешь ориентироваться либо по цифрам, как я тебе уже сказал, 140, либо просто показатель самый низкий. Вот на этом уровне она проведет примерно 25 минут, вот этот горшочек. Поэтому сейчас мы с тобой начнем. Ну, а потом посмотрим, что получится. Минута. На высоком. Подождем. О, идеально. О, теперь я слышу это все. Ну, чесночок начинает закипать. Ну, чуть-чуть буквально, видишь, все. В общем, мы специально ставили его в шелухе, чеснок. Вот, во-первых, это немножечко как бы барьер, вот, для температуры, вот, ну и плюс тебя, считай, поверхность останется мягкой, она не, так скажем, не сварится, ничего не пересохнет, поверхность чеснока, я имею в виду, сам зубчик будет очень мягкий весь, целиком, все, отлично, не могу, блин, так тепло от него, здорово, и запах такой. Ну, на 25 минут мы теперь с тобой отправляем его в микроволновку, выставляем режим низкий. Ой. Пожелаем ему всего хорошего. Теперь можем пойти попить кофе или чай. Крутится, вертится шар голубой. 25 минут прошли. На улице уже почти сумерки. Очень быстро темнеет, да? Вечерами. Ну вот он наш чеснок конфи. Идеальный, суперский. Ну, его не так, наверное, видно, но запах очень хороший. Все, проверять очень просто. Берем шпажку, протыкаем насквозь очень быстро и просто. Сейчас мы его переложим в баночки, закрутим крышечкой, крышечкой любой, ну и все. Можно хранить в холодильнике. И в любой момент, когда он тебе понадобится, можно его использовать. Ну да, само собой заливаем этим же маслом, а потом это масло можно использовать для чего угодно. Соус добавлять или тот же самый салат сбрызнуть сверху. В общем, очень круто.